Так, друзья, всем привет! Сегодня 56-й день нашего арт-челленджа. Я уже читал книгу, занимался спортом, теперь пора перейти к нашему разговору. И сегодня буду сравнить, как все любят, вот кубик Рубик с философией жизни. Что в нем особенного? У нас есть кубик Рубик, мы его собираем. Вот все, кто может его собрать, тот знает, что у кубика Рубика есть, так сказать, алгоритмы, с помощью которых, когда ты его принимаешь, когда ты его делаешь, у тебя результат появится. И кубик Рубик собирается. Вот в чем сравнение кубика Рубика с жизнью? Его можно сравнить с тем, что и кубик Рубик, и жизнь строится по особым формулам, которые известны всем и которые все могут использовать, но не все знают его принципы. И эти формулы, всего там 5 или же максимум 6. Какие формулы есть для жизни, которые помогут человеку достичь успеха? Например, первая формула, самая первая формула, что человек должен делать, это можно сравнить с тем, что человек собирает сначала крестик на кубике Рубике. Это можно сравнить с этой формулой, потому что с этого все начинается. Человек должен найти самого себя. А потом идет следующая формула. Человек должен найти свою цель и делать все, чтобы достичь его. Третья формула, когда человек нашел самого себя и нашел уже свой путь, по которому он должен идти, человек должен в третью очередь найти партнера, кем он будет преодолевать этот путь вместе. Четвертая формула, это та формула, о которой мы говорили несколько дней назад, это формула Кайзен. В четвертую очередь человек должен постоянно расти, чтобы не отставать от окружающего его местности и окружающего его людей. А пятая формула – это та формула, с помощью которой человек должен жить здесь и сейчас, в ту секунду, где он сейчас находится и где он сейчас может творить. И шестая формула – жизнь у человека должна быть полностью планированная. Вот как кубик Рубики. Мы все знаем по очередности, что нужно делать, какую форму нужно использовать, чтобы достичь успеха. И также у каждого человека должен быть в своей жизни планированы все формулы и места этих формул, где он должен принимать и когда он должен эти формулы принять. Я думаю, если следить этими формулами в течение всей своей жизни, то, как и в кубике Рубики, вы добьетесь успехов. Вот как похож кубик Рубик на нашу жизнь. Я думаю, на этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, поставить лайки и поделиться этим видео вашими друзьями и родственниками, чтобы они тоже были в курсе обо всем хорошем и обо всем эффективном. Всем спасибо за просмотр и всем пока.